Московский государственный академический театр танца «Гжель» открыл 56-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпоха имена». Ансамбль был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году. Сегодня его артисты известны во всем мире, а гастрольная карта насчитывает более 50 стран. Коллектив в этом году отмечает свое 30-летие. Отмечать мы его будем достаточно... Юбилейные мероприятия у нас уже начались. И коллектив открыл юбилейный год премьерой нового спектакля. Именно спектакля, не совсем традиционного, ну, в общем понимании, да, развития этого коллектива. Спектакль назывался «Let Go», и поставил его американский балетмистер, бродвейский режиссер Эндрю Палермо. Ну, это вот у нас было такой вот немножко задел, да, на наш юбилейный год. Дальше театр ждут гастроли большие. Коллектив старается сохранять те традиции, которые заложил основатель ансамбля. Народные мотивы и образы по-прежнему лежат в основе многих танцев и песен и танцевальных картинок. У нас очень много композиций посвящено нашим русским умельцам и «По дереву», и вот «Сказочная Гжель» – это прекрасная композиция, как выжигается и как создаются вот эти бело-синие произведения искусства. На сцене Большого зала Ленинского мемориала словно ожили творения мастеров художественных промыслов – Гжели, Жостова, Палиха, Хохломы, Дымкова. Танцоры кружились в уникальных костюмах, созданных вручную известными художниками в мастерских Большого театра, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Артисты балета подкупали не только молодостью, яркой эмоциональностью, но и умением красиво двигаться и танцевать. Театр «Гжель» можно смело назвать собирательным образом российской красоты, высоких образцов национальной культуры. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».